Погода тем временем не сулит ничего хорошего. Ежедневный снегопад ждет у мечей всю эту неделю. До 16 октября синоптики прогнозируют осадки разной интенсивности по всему региону. Дневная температура за всю неделю не поднимется выше 6 градусов. А вот по ночам в Омске уже будут настоящие морозы до минус 11 градусов. Резкое ухудшение погоды синоптики прогнозируют в четверг. Южный циклон принесет с собой холодный ветер и обильный мокрый снег с дождем.